сентябре специалисты глав Госстройнадзора проведут 2 курса по повышению квалификации в Московском государственном строительном университете. Открыт набор на обучение по 2 программам. Сотрудники расскажут об основах законодательства в сфере градостроительства, научат выявлять и пресекать нарушения обязательных требований в области государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.